Приветствую всех вас, активисты ДВК. Сегодня 3 июля. Я еду в одну из наших столиц на митинг, потому что это так уже продолжаться не может. Это наша земля. Посмотрите, просто это все. Это ата бабаларымыздан қалған бізге аманат. Бір ел олайық, бір халық олайық, руға жүзге бөлінбей, ештеңеден қорықпай, кешегі ата бабаларымыз бізге осы елді, жерді аманат қолып қалдырды. Бүгінгі күнде қарандыш қандай әдемі. Просто представьте, какие мы просто здесь города можем, инфраструктуру провести. У нас всего лишь 18 миллионов человек, на такой огромной территории живем. Я уверен, не то что уверен, я убежден, что наша земля приобретет независимость. Наша земля станет действительно, наша страна, наш народ цивилизованным, продвинутым, ни в чем не уступающим никому. Так что... Берегей, калға ДВК. Кен далаға толған айым толғайым. Домбырам жырлайданым, жырлайданым. Қазағымның даласындай, көзімнің қарасындай. Айналдың сен алматы мекенің.